Всем привет! Сегодня мы хотел поговорить о таком Дэймоне, как Человек-Барс. Недавно я его вытащил, ну и хотел бы его немножко рассмотреть поближе. Его навыки. Мы открываем навыки. И активные навыки у него такие. Грубая сила. Наносит одному случайному объекту 120% физического урона. Ну, все навыки у меня первого уровня, поэтому зачитывать я буду, соответственно, первого уровня. Смертельный удар. Наносит одному объекту с низкой жизнью 110% физ урона. Первобытная сила. Наносит вражеской колонне 110% урона. Вот, скорее всего, это массовый навык. Ярость. Наносит всем объектам 120% урона. Воодушевление. Добавляет себе воодушевление, увеличение урона на 20% на 2 хода. Ну, это себе. То есть Дэймон накидывает на себя этот стат, поэтому не знаю. Поднимает дух своей команде в следующий ход, увеличивая урон на 15%. Поднятие духа. Вот это очень интересный, так сказать, баф, потому что это только первый ход 15%, и я думаю, если прокачать его по фулл до 8 уровня, то будет очень неплохо увеличивать урон всей команде. Что очень, я думаю, хорошо. Ну и две ульты, как обычно. Это загадочная сила пробуждения. В течение 3 раундов сила пробуждения увеличивает урон на 200%. Здесь, скорее всего, опечатка и убирает критический удар. Тут написано, но не убирает критический удар. По-моему, все-таки я его тут тестил, пробовал. Он убирает критический удар полностью. И загадочный антиудар. В течение 2 раундов антиудар игнорирует атаки противника. 100% отражения. 5% отражаемого урона дается врагу. Но 100% отражения, наверное, подразумевается, что 100% шанс отражения. И на первом уровне 5% от урона отдается врагу. Дальше, соответственно, будем развивать, будет больше. И пассивочки. Ну, стандартные 4 вот этих пассивки, какие у любого Дэймона, и 2 уникальных. Зуб за зуб. При каждой атаке есть 10% шанс отражения, 30% урона, передаваемого врагу. В принципе, неплохая вещь. И инстинкт борьбы. Повышает физическую атаку на 2%, увеличивает эффект отвлечения на 5%. Вот такой вот интересный Дэймон. Возможно, в будущем я его даже немножко покачаю, посмотрю, что он из себя представляет. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Играйте в наши любимые игры РБК. До свидания.